Уля-ля. Я остановился на том, что тут упал какой-то маленький домик. Я забыл уже, блядь, как тут что делать. Так, погодите. А где домик? А, бля, вот он. Я буду маленький лилипутик. А, стоп. Куда ты падаешь, друг? Сейчас на столике буду бегать. Let's go. Чего, блядь? Опа, на нахуй. Так. Я могу назад идти? Теперь да. Соответственно, я, наверное... А что я должен сделать-то, блядь? Не понимаю. Может быть, мне как-то на эту парковку надо залезть? Так, погнали. Че я маленький такой, блядь? Что мне делать? Блядь, я... Она, да, она напоминает Стэнли Парабл, но это нихуя не Стэнли Парабл. Я не помню, не понимаю, блядь. Включи музыку какую-то, блядь. Не надо музыки. Блять, если я сейчас... Я упал, блять. Пиздец, нахуй, сейчас полгода идти. Это? Окей. Пленка любой... Чё пленка? Реально не понимаю. Да, блядь. А где музыка? Бля, я реально не понимаю, что мне делать дальше. Я вижу звуковые панели, которые, кстати, мне тоже надо купить в эту квартиру, блядь, где я сейчас живу. Реально не пойму. Затащи домик в дырку. Что за хуета? Бля, я правильно все делаю, я не понимаю. Охуеть. Что-то не аскорбинка нихуя была, правда. Блядь, чё прыгать надо было, сука? Так, не буду никакие бумажки подписывать. Нахуй оно надо? My name is Dr. Glenn Pierce, and many years ago, I had a dream. I found myself in a place where I understood that each of us begins as nothing,
where everything I perceived was shaped by seeing it exactly the way I wanted to. Блять! Квентилен, спасибо. Я примерно так же в школу хожу. Но неправда, вот твоя мама, она в минус 40 хуярила 20 километров пешком, а ты, сука, не можешь, блядь, в соседнее здание зайти, понимаешь? Чего, блядь? Бля, ебать, игра гениальная просто. Я в шоке с нее. Что-то какой-то фильмец захотелось посмотреть классный. Но не сегодня, не с вами. Какой-то атмосферный. Блядь, меня на дверь заскамило. Ну и что мне делать? А. But in white space I also face the greatest challenge. Кошмар, где я хожу? Because with a lifetime of life itself behind me and all of the weight that it carried, I realized that seeing things the way I wanted. Пенсионер какую-то хуйню кринжовую запостил. Гифку. Спасибо, Блен. Просмотрел, сори. А чё? А. А ничего, блин, нормально разговариваю. Так, а тут в чем ребус заключается? Это нарисованное, блядь. Блядь, мы надонатили тебе кучу денег, чтобы ты играл в итоге в игру 1963 года рождения, нахуй. Скучно. Просто в 1D игру, блядь. Я нахуй расстроен. Ты ебаный скамер, обманщик. Ты нас обманул. Офай нахуй свой стрим. Я лучше, блядь, посмотрю Миброза, как он в доту играет, чем тебя, блядь. Я на тебя обиделся, блядь. Чмо. Ну это ДХС, да. Это ДХС полный. Короче, я не знаю, как мне это пройти, блядь. Какая-то лестница скамерская. Я по стенкам долблюсь. Блять, ну что мне сделать? О! Чего, блять? Спасибо, спасибо, Бленд. Блять, заебало падать уже. Дай лифт. Сейчас опять упаду, фиксирую, буду прыгать, как еблан. Чтобы не упасть. Блин, сейчас бы прям вот самое время Харарецкий какой-нибудь запустить. Прям вообще хорошо будет. Алекс, спасибо за музыку. Пойду-ка я в обратную сторону. Нет, что-то ничего не меняется. Я думаю, как-то может быть это... А, что-то... А, не сработало нихуя. Но я думаю, сколько мне раз вот так ходить? Было бы классно. Но я ж не могу хоррор высрать ниоткуда. В чем-то ребус заключается в чем-то. Что-то с этими окнами, скорее всего. Блять, ну я что-то... Вот, а вот как понять, в чем логика тут? Пфф.
Пиздец, блядь. You're well beyond dreaming now, and further out than anyone has ever come back from. Но воняет концом, кстати, что это концовка все. Я вам так могу сказать. This is a place of pure perspective. Isn't it also a place where a different point of view could make anything possible? Isn't that why you came here? Хорошо, сейчас вот по шахматам вообще отмена полная. Блять! А в чем прикол-то? То есть я могу теперь ходить. Гений! Блять! Не, ну это... То есть я могу выбрать какую-то дверь простую, да? Или она меня вернет назад? Нет, мне как-то надо... Бля, как мне залезть? Я упал. Есть, я ребусы решаю легкие просто. Смотрите на него, чел чисто сидит, играет в какую-то хуйню, ходит, смотрит на декорации всякие, с довольным ебалом, денег залутал нахуй. Ты можешь, ну, ты нас расстроил, ты можешь шофнуть просто, чтобы мы тебя, блядь, ну, сегодня вообще не видели и не слышали нахуй. Блядь, у меня слов нет, я просто в ахуе, я плакать хочу, сука, и умереть, блядь, я просто в ахуе. Один вопрос. Он либо новенький, либо он долбоёб. Потому что еще один такой донат, я на него сгорю нахуй просто. За сабочку спасибо, не сказали библиотум пчатик. Спасибо за сабку огромную. Так, что происходит? Совмещает? Ну да-да-да, он просто думает, наверное, я такой добрый, меня хуй сосить можно, блядь. Сынуля, блядь. Иди нахуй, потому что, блядь, все по-честному, алло. Ты сидишь сейчас, хуяришь по 300 рублей, блядь, вообще за какую-то хуйню. Я не понимаю, почему ты раньше не мог донатить, блядь, за то, что тебя интересует. То есть в чем твоя логика, если аукцион заключается в том, что ты донатишь на определенную игру? Добрый вечер, нахуй. Ты дождался, пока заканчивается аукцион, и теперь хуесосишь меня за то, что я выбрал говно, блядь? Ты что, гений, блядь? Он рофлит же. Ну что-то какие-то рофлы у него ебаные. Зарубаю свет нахуй. Блять, да что, когда конец-то будет уже? Конечно, негодую, блять. Выпал какая-то, ну реально, хуйня выпала какая-то. Everyone who comes to the Institute does so because they feel
that they are no longer in control of something important to them. But more often than not, the problem is not that the problems we face can't be solved. The problem is that we become so afraid of failure that we refuse to see our problems from a new perspective. And so, we do the same things again and again and again. And therein, of course, we find exactly... Мы сейчас все уровни назад. Пойдем. Сейчас оглохну, блядь. Welcome to Anomia Police, охуенный хоррор для любителей, хотя понравится или нет, помни, ты не один. Чего я не один? Бля, прикольная игра, слушайте, я доволен. Она стоит там 400 рублей. Ну, типа, я прям проникся этими 400 рублями. Чем того, что этот мудила опять мне задонатил, я вообще ее в ноль окупил. You had the chance to see things differently. Even though it meant facing obstacles that seemed impossible at first, you thought outside the box. Да, игра философская, но я весь сюжет проебал, к сожалению. Because you saw things from every angle, you understood them for what they really were. Because you kept moving forward, no matter how far off the path you were told you were headed. Но она красивая, эта игра. Другалёк, ты кого новеньким назвал, другалёчек, нахуй? Да иди нахуй, бля, вообще слушать не буду тебя, бля, пошёл нахуй. Я сейчас могу зарабатывать. Чё, бля, иди нахуй. Бля, он пиздит и пиздит, он прям на полную 300 рублей использует. Алло. Посекундно. Хорош. Не, ну заебал токсичить уже просто. Не донать, пожалуйста. Все, я на тебя обиделся. Ты черт. Так, а так начиналось так красиво. Угу. Все, блядь, я умер. Конец игры. Я вернулся в начало, откуда начинал. Я прошел. Да. Охуенная игра, слушайте. Если под ним днем его шатать надо было, мне не надо было ехать на дре, по-моему, насколько я помню. Бля, определенно что-то надо было, наверное, читать. Какие-то дополнительные режимы, комментарии, мастерская. Не-не-не-не-не-не, это мы не будем, бля.